Федерации. Суд призывает Пивовара Вячеслава Игоревича признать виновным в совершении преступления, предусмотренным пунктами А, Б, части 6 статьи 264 Кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания, спрятанной на колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Меру пресечения Пивовара до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, где заключенный под стражу срок отбытия наказания Пивовара исчисляется от дня вступления приговора в законную силу на основании пункта Б, части 3.1 статьи 72 Кодекса. Время фактического задержания содержания под стражу Пивовара со 2 ноября 2022 года до дня вступления приговора в законную силу за честь лишения свободы из расчета 1 день за